Всем привет! И я хочу показать немножко в дуэли моего Рейна. Он не сильно одет, невысокий уровень, да, всего лишь 79-й. Скоро будет 89-й, я надеюсь. И сейчас покажу, что у меня за билд. Ну, Crimson Saber, наконец-то. Я сделал несколько дней назад, наконец-то у него как бы совместимость, да, с этим мечом А, поэтому максимальные статы использует. Данное колечко не дает всех бонусов. Я его буду использовать, потому что у меня просто нет другой брони. Когда я возьму 89-й, там появится слот под ТМР, я уже смогу что-то использовать. Вот эти броньки, да, у меня используются смарт-коваты на моих, ну, Аяки и на стрелке Люси. Так, забыл поменять Один. У меня появился Один, правда, не до конца докачан. Ну, там нужно еще один уровень, если не ошибаюсь. Тогда у меня будет Мэн-Итер. И тоже резонанс у меня всего лишь 9. И у Сирены также 9. Вот, еще чуть-чуть осталось. Так. И следующий уровень мне даст 10% Мэн-Итера. Что еще? А, по картам, да. Ну, карта Фредерики, чтобы увеличить урон. Все-таки у меня Люси здесь основной дамагер. Хейт-карта. Ну, это спорный вариант в том плане, что, во-первых, хейт особо не нужен ему, потому что у него и так хейт-баф постоянно есть. Я бы, наверное, лучше бы поставил какую-нибудь карту типа... Сейчас вам покажу. Вот. Дает 15 дефа, 15 духа. Для танкования сам, ну как, хорошо. Может быть, есть какие-то другие интересные карты. Так, где-то вот карта есть Missile Resistant. Я ее все ленюсь прокачать на максимум. Это было бы хорошо против стрелков. Если есть UR-карта, то замечательно. Также можно использовать данную карточку Slash Resistant для всех. И вот крутая карта. Правда, у меня шардов ее нету. Эта карта дает 15% от Slash атак и от стрелковых. На максимуме. Ну, вот видите, она у меня минимальная, поэтому нет смысла. Могу прокачать, конечно, до 30 уровня, но это будет, допустим, не... Ну, слишком маленький бонус, а потеря ХП огромная. Так, можно попробовать Одина использовать, опять же, на какому-нибудь другому персонажу передать, чтобы был резист. Если вот качну Одина до 70 уровня, мне осталось там 10 или 15 шардов, то, наверное, тоже будет неплохой вариант для повышения живучести моей группы. Так, ну а эта карточка тоже Slash Attack Up повышает у нашего Рейна. Смотрите, большинство навыков Slash Attack. Так, вот, нет, Magic Fire, это просто Magic Power Brick, так, нет. Вот, Magic Firaga, да, у него. И вот у вот эти навыки. А здесь они просто магические. И вот Undermine Slash. Особо навыков у меня нету. Так, где-то первый был интересный навык, он дает комбо, вот Soul of Prominence. Он, видите, от магии зависит и слэш-атака. Ну, маленькая дальность, поэтому интерес, ну, сильно бьет только Фира и Фирагой. Выходит, что классные карты для него это Трусяу, потому что повышает вот Фиру, Фирагу, да, либо универсальный это Рамух. Рамух, к сожалению, у меня нету. Ну что, давайте приступим к бою. Кто у меня? Ну вот, давайте как раз эту мадам я, скорее всего, убью с одного скилла у моей Аяки. Ой, лучницы нет. Ладно, куплю. Кристалликов потратил 33 или 36 тысяч уже, короче. За неделю вообще бешеные траты идут, потому что и Ксиза, и Один, и что еще? Ну, Рейна скупаю, разумеется. И Ксиза усиленно появляется в мемсишопе. И посмотрим, что сделает эта мадам, и посмотрим, что сможет сделать Энгельберт 90. Слэш резист у меня, да, невысокий, дефа, да, нету, получается. Но Энгель не дамагер, а как раз магия по нему достаточно больно бьет. И он медленный товарищ. Мне даже интересно, выиграю, не выиграю. Ну, должен, по идее, я Синку убью с одного шота, скорее всего. Агиап, если ударит по ней. Вот, убил. Ура. Реген тоже хорошо работает, потому что очень много хп у данного персонажа. Ну, я про Рейна имею в виду. Ну, в принципе, это... Фрейвия, конечно, прикольно смотрится, красиво. Магов, конечно, Рейн рвет. Я вот до этого бегал в PvP, маги просто жертвы. Единственный недостаток у него — это дальность хода, просто мизерная.
Ну, три клетки, как бы, у того же Монта намного больше. У Даунтин Блейд 1500. По тому же Монту, я думаю, ударил бы там под 200, наверное. Ну и тоже он старается как-то дальность держать. Шарпшут. Фирога. Все. 2200. Ну, неплохо, как бы. Учитывая, что у меня нет карт магических. Подлечил их. Лечится он тоже хорошо за счет того, что много фейта. Ну и недостаток есть то, что навыки в основном кастуются. То есть он не как некоторые персонажи, да, там что, как Сид тот же самый. Он взял, ударил с первого, ну как ударил, сразу же убил. Ульту часто использует, тоже, ну, мне нравится. Навык мощный, где-то по 3000 бьет по меди. Мне прям вкатил такой урон. Фредерика, это плохо. Ну вот, интересно попробовать. То есть Монт Сид невысокий, да, но что я могу сделать? Так, хейт, может быть, повысить, нет? Фу-фу-фу. Плохо, что карта для хила не очень удобная. То есть у меня Аяка вроде как и далеко стоит, да, но чтобы подлечить, нужно ей как-то спускаться, и это муторно. Ну и заодно покажу вам, как меди действуют. У меня еще не все навыки на МДФ повышены. Так что это... Шарпшут, наверное, будет. Я не... Ой, не шарпшут, а чарже. Зачем чарже, если есть шарпшут? Не понимаю. Кажется, шарпшут более интересный навык. Блин, какой-то парень странный не сделал без шикуручи. Шикучи. Меди это вообще не вариант. На этой локации. Пока она добежит, она уже умрет. О, видите. Фирога хорошая дальность, как у Близаги. О, ударил. Убил. Видите, слэш-атаки больно бьют. Это с учетом того, что у меня 25 слэш-резиста стоит. Промазал. Плохо. Добила Холика. Молодец. Ну, не все очки получил, потому что он умер. Как вариант, повышать деф мод. Я показывал карточку либо слэш-резист, то есть можно поставить карточку, вот, которая МР дает слэш-резист для группы. Но на этой локации в основном стрелки, поэтому не так уж интересно. Ну, в 99-х, я думаю, нет смысла драться. Вот необычная, да, группка. Меди, это... Тут бы деф поставить, да, вместо хейта. Давайте поставим деф. Ну, урон тогда у него снизится. И урон у моей лучницы. Ну, зато здесь живучесть повысится. Посмотрим, как он будет действовать. Так, Линфенг, да? От пирса так тоже, если не ошибаюсь. Есть какой-то резист небольшой. Самый большой, самый... Как? Урон высокий по рейну наносят кулачники. То есть только Ксиза. Ну, из тех персонажей, кто используется. Но Ксиза тоже очень-очень редко используется. Ну, тут хорошо, хоть и не действует. Ой, опять она не... Бесшукуч, наверное. Реген. Вот хейт повысил, молодец. Хейт плюс 12. Это как бы круто. Но тоже он вроде не докачан до конца. И высокий резист от Магатак. Копейщик, 1000. Ну, вот еще гвард, да, есть. То есть гвард на 35%, если не ошибаюсь, снижает урон. Ну, давай кастани. Вот, молодец. Фирагу кастует. Тысяча 300 не так много, но все равно. Ну, сколько вот? Сейчас, скорее всего, Близака промазала странно. Опять
взять фирага. Что-то он не хочет ульту кастовать. Может, то, что две цели практически всегда встречает. Ну, нормально. Дивдаун 25%, кстати. Видите, физатака вообще, ну, никакущая. Других слов не найду. Как вариант, можно вместо магатаки Soul of Prominence, да, поставить ХП. Это вроде 400 или 500 даст ХП. Не так уж много, но тоже приятно. Мощные. Надо какого-нибудь такого поискать интересного. Ну, чтобы не проиграть, разумеется. Вот уже 79-й, это, да, сид, я их боюсь. Ну-ка, чего интересного у него одето? Слэш-резист, тоже дев, тоже сирена. Ну и... А, вот так. Спирит, видите, повышение маг-атаки, то есть тоже танковый билд. А сирена, интересно, какая? 48, тоже слэш-резист. Ну, конечно, я мог бы попробовать такого убить. Наверное, было бы сложно и большие траты. Ну, если никого нет, на него нападу. Уй. 81-й уже. Фрейвия. Хочу каких-нибудь магов побольше найти. Нифига уже 99-е. Давайте, кто это, Визару, да, или бандит? Ой, бандит. Посмотрим, какие у нее статы. White Mag, да, то есть она хиляет реген, Providence Fint, это что там? Вроде резист. А, маг атак и так далее. Emerald Tech, это что дает? Продолжительность, баф, дебаф. Ну и смотри, 4700 хп, как бы круто. И что хорошо у нее. Так, маг атаки 548. Ну не так уж много, но все равно хп дофига. Так, хотел обратить внимание на АП, много у нее. Ладно, такая девушка нам не по зубам. Что-то одни сильные уже стали, да, попадаться? Стрелки массовые, это вообще беда. Вот. Уровень, да. Так называемый. Нет. Конечно, не слабее, но, блин, не хочется очки тратить. Буду как Аош. Играть с нубами. Зато выигрывать. И говорить, какой я крутой. Убил случайно. Ужас. Что-то частенько так. Шарфшот, видите. Ну, это еще лоу левел, да, там какой 55-й, что ли, был, или 59-й. Фирага прямо немного бьет. Печально. А Шиммерин будет по штукарю. Убил. Конечно, у меня на этой локации чисто Люся рулит. Она хоть и 79-й левел, но урон, конечно, у нее очень крутой. Ну, а я просто как суппорт. Была бы поудобнее локация, можно было бы как-то поинтереснее расставляться, но я хилять не особо могу, к сожалению. Сорти. Опять стрелки. Кеймифер. Здесь опять хилка.
Ну, давайте вот такого, рамза, сид. Так, что я могу сделать? Может, слэш-резист увеличить? Что дает ей? Аги и слэш-атаку. Ап. Один даст это, слэш-резист. Или один. Посмотрим, сколько у него будет. Stat details. Вроде 30, да, 35. Так, Раус вроде это был, да? Угу. Самый страшный для меня это сид здесь. Монт не очень живучий против магии. Ну и, разумеется, монт не живучий против Люси. Здесь урон пойдет, скорее всего, по Рамзе. Угу. Слишком быстро походил, видите. А Гиап помогал реген кинуть. Сейчас фаер кастану. Вот и сферагу. Эти дев даун 1600, 1100, и тут Таунтинг Блейд, наверное. Да, Киллер Блейд. Что не помогли эти резисты. Надежда на... О, молодец, убила самого страшного для себя. Надеюсь, реснуться. Слоу, давай, сработай. Тут можно или холиком ударить, надеюсь. Ай, Таунтинг Блэйд. Ну зачем им мобилайз округа? Ультани. Ну, Люся затащила, просто нет слов, как она круто все сделала. Хотя, блин, Аяка, наверное, тоже затащила своим хилом и своим слову и живучестью. Ну, неплохо. Ну, как видите, 5 БФ выиграл, конечно. Может быть, помогла, не помогла карточка. Вот. Ну, данному персонажу нужен деф, нужна живучесть. От физиков он, конечно, получает люлей. Даже как бы 15 дефа не помогает. Хотя будет скоро шмотка. Platinum Rope, вроде, если не ошибаюсь, называется. Она даст 20 дефа. И вроде Missile Resist. Вот с ними, как бы, он заживет. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну еще покажу. Вот, не забывайте про это. 70 шардов осталось. Ну, меньше чуть-чуть. В день дается пока, да, по 10. Ну и навыки. Пока не все прокачал. То есть, вот Ice Resist. Ерунда, наверное. Ну, то есть, может, хорош, но пока не нужен. Почему-то этот навык он еще не использовал при мне ни разу. Я не видел, чтобы он его использовал. Вот. Ну а в магическом билде, ну разумеется, будет вот этот навык рулить. То есть он бьет, повышает урон от Трусяо, повышает значительный урон, не кастуется, дальность хода высокая. Ну если у кого-то есть Миранда, то знаете. А так он предпочитает вот Фирагу. Хороший навык. Правда, ну много ЕАП жрет, и всего 3 использования, но дальность высокая. Скорость каста желает лучшего. Ну прокачая будет сколько, 200, наверное. Вот и все. Поэтому
пока побегаю в билде танка, а потом сделаю, допустим, суппорт билд. То есть, ну, будет Фира, вот, как Джармен Блейд. Я показывал, что... Ну, вот Исун редко, конечно, используется в ПВП. Ну, вот, Джармен Траст будет бить бой. А, ну, Сворд Гвард, да, ведь реакция еще не докачана. Ну, пока. Да, всем спасибо, пока.